А перед началом видеоролика я бы хотел порекомендовать отличный паблик ВКонтакте StarCom. Интересные мемасы, смешные самое главное и интересные истории из жизни. Заходите, ссылочка в описании. Всем здорово, с вами мистер Steam. Сегодня мы сыграем GTA 5 онлайн на неоновых байках в Deadline. Я даже не думал, что у меня получится записать это видео, потому что в Deadline мало кто сейчас играет, и я такой... Что, Deadline, серьезно, нифига себе. Это же так круто. Ах ты, сволочь, он меня чуть не ушатал. Ладно, я понял, тут серьезные ребята, и поэтому шутки с ними плохи, и... Лучше включить все свои крутые навыки по Deadline и втащить всех. Сволочь. Так, тихо, главное не врезаться. Пошел нахер. Так, тихо. Все под контролем. Главное, что все под контролем, главное их всех шатать мне и все. Так, вижу ускорение. Это хороший признак. Так, ускорение мне нужно, чтобы тащить кого-нибудь. Возьмись. Взялся. Так, иди нахер. Прыжок тоже хорошая вещь. Но ускорение, мне кажется, пойдет. Они сами с собой там. Сволочь. Ладно, возьмем прыжок, так уж и быть. Я не принципиальный. Прыжок тоже хорошая вещь. Особенно в случаях, когда на тебя кто-то охотится. За самбо, мадафака. Да умрите там. Хорош. Давайте поиграем, детские мои. Ну, давай. Оранжевый. Оп, оранжевый. Нет. О, хорош, оранжевый. Розовый, ты моя следующая цель. Фига ты попрыгун просто. А может, ты нахер пойдешь? Нет! Черт, ладно. Чем, блин, тупой прыжок. Вот за это я ненавижу такие прыжки. Потому что... Они не работают. Не знаю почему, они не работают. Ладно, главное, что я лидирую, это главное. Это самое главное. И я, блин... Мне надо ускорение. Я хочу ускорение. Розовый. What the fuck? Да блин! Я не перепрыгнул. Блин, все, ускорение, ускорение. Все, мне нужно ускорение. Я не могу. Да кончено, розовый. Я не могу больше так. Мне нужно это ускорение. Оранжевый пошел. Нахер. Что это было, оранжевый придурок, блядь? Когда он скачет. What the f... Чё ты делаешь? Блин! Ой, все, нахрен. Все, хоть розу, все, 3-3, все. Не надо тупить, все, я туплю слишком. Все, ускорение, все. У меня есть ускорение, поэтому можем делать дабл килл. Пойдет. Все, главное, что у меня есть ускорение. Это самое главное. Лох. Да, пойдет. Нахрена я так сделал? О, я сейчас такие кирпичный завод не сделал. Фу. Пойдет.
Время! Ага! Я люблю это время! Я люблю время! Просто обожаю это время. Слушай, это звук времени. Лохче. Че еще сказать? Что можно еще сказать? Я чемпион. Да. Это второй раунд. Дедлайн. Второй раунд. Все. Начинаем, продолжаем. Атакуем. Уничтожаем, доминируем просто. Играем трое. Просто сразу за ускорением. Просто вот не думая, вот сразу едем за ускорением. Ускорение — это наше все. Без ускорения, можно сказать, в дедлайне ты никто. И звать тебя никак. Розовый, как всегда, всякую хрень творит. Главное смотреть по сторонам. Что я знаю, что... Только... Он серьезно. Он серьезно выжил? Это все. Еще возьму ускорение. Еще. И все, все. Как он выжил? Я же нормально так... И вот... неплохо. Но он покончил с собой. Ой, тихо. Главное, свою линию. Че он делает, блин? Ха! Дебил! Ха! Просто! Ха! Просто... Ой. Как лошара сейчас было. Пошел в сраку, оранжевый. Где розовый? Я, блин, розовый. Что-то его не вижу. Я остригаюсь с того. Блин, а... Он скорее не взял. Ну хорошо ему, поехали к нему на встречу. Проверим, кто быстрей. Це! Ладно. Розовый, как всегда. Оранжевый мой пока главный соперник. Потому что он делает какие-то странные дела. Вот, опять убил, кстати. Про-хо-хо, дабл килл! Это просто... Просто такой дабл. Да, тут не работает почему-то. Сволочь оранжевая, я видел, что это ты. Ой, дебилы. Короче, ни хрена... Ни хрена играть не умеют, сами себя уничтожают, я просто тут развлекаюсь, катаюсь. Ускорение не могу подобрать. Все, наконец. Давай! Ой! Блин, сейчас неожиданный был момент. Блин, надо на карту смотреть. Не смотрю на карту, поэтому я умер сейчас просто. Оранжевый ты ушлепок. А! Розовый! Напугал! Розовый... Хитрый черт! Со самбо просто! Опа! Оранжевый, здорово, брат! Просто дабл, дабл, просто делаю даблы. Яра! Оранжевый, давай. Поиграем. Оба! И пошел в страху. Ой, розовый. Че-то вы какие-то, блин. Черт. Какие-то непредсказуемые стали. Ой, наоборот, предсказуемые стали просто. Делайте всякую хрень. Осталось чуть больше минуты и... Блин. Да мне проще вас добить нахрен. Просто выиграть раунд. У меня всего лишь, что, блин, это 5 жизней-то осталось. Я ускорение опять не могу взять. Сейчас возьмем и добьем вас.
Ой, наконец-то заехал. Угу. Ну что, Арель? Один на один остались, братцы. Просто делаю красиво. Просто я не знаю. Просто красота. 20 секунд сеется. Брат, тебе нечего терять, брат. Давай покончим с этим. Нет, блин. Ну ладно. Дай че мне, господи. Я его на раз, три и шатал. Мне терять нечего. Давай. Давай. Можешь еще раз? Че это было? Ну ладно. Победа! Да. Изи пизи лемон сквизи. Ладно. Если вам понравилось это видео, спасибо, что вы подписываетесь на меня. Спасибо за то, что вы подписались на меня. Поставили лайк. И в группе делайте небольшой такой актив. Спасибо вам большое. Благодаря вам я знаю, что мне снимать дальше. Так уж, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.